Зидан. Впереди 90 минут игры, а может и больше. Наставник Реала прокомментировал результат первого матча 1-8 финала Лиги Чемпионов против мадридского Реала. Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан не считает, что его команда уже решила вопрос выхода в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Французский специалист сказал об этом после первого матча 1-8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ. Играя на своем поле, сливочные добились волевой победы со счетом 3-1. Борьба не окончилась. Впереди 90 минут игры, а может и больше. И мы знаем, что нам придется нелегко. Мы довольны, поскольку команда провела отличный матч, показав свое лицо. А наши болельщики всегда с нами. Это была сложная игра для Реала, но мы с самого начала сыграли отлично, цитирует Зидана Марке. Отметим, что ответная игра между этими командами состоится 6 марта в Париже. Смотрите также видео голов и обзор матча Реал Мадрид, ПСЖ. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.